Ну чё, Евросоюз, Евросоюз, дайте Евросоюз, дорогой, когда это... Ну, тут выбора нету, странно, да, абсолютно верно, что санкции к России это, ну, то есть подпиливание сука, на котором сидишь, не нужно этого делать, это же вам во вред. Все эти санкции, даже если бы мы это все не делали, там, не ответных санкций каких-то, ну, детский сад, вот ей-богу. У меня машинка такая-то, а у меня такая-то, а у меня танк, а у меня ракета. Это вот детский сад, тут очень попахивает. Когда взрослые люди с Евросоюза сидят вот и занимаются такой вот ерундой. Сейчас философия, которая самая главная. Вот Владимир Владимирович именно ее несет. Нам надо не соперничать, а сотрудничать для того, чтобы все были в шоколаде. А Евросоюз, вот они, ну, понятно, независимые люди, что там,